Ни для кого не секрет, что существуют предметы, которые способны усилить денежную притягательность. И тогда деньги польются в вашу жизнь рекой. В чудесные свойства этих аксессуаров можно верить или не верить. Но то, что они работают, многие испытали на себе. И сегодня я расскажу о 5 аксессуарах, которые способны притягивать деньги. Поэтому носите всегда их с собой и становитесь богаче. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. Если хотите больше смотреть полезного видео на моем канале, тогда подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать подобное видео на моем канале. И дайте мне идею в комментариях, какими мыслями с вами делиться, какой опыт вам передавать. Аксессуар – часы. Не зря говорят, что время – это деньги. Понятное дело, что мы думаем, что смысл этого кривоватого слова в том, чтобы зарабатывать нужно время, или для того, чтобы зарабатывать, время стоит дорого. Между тем, у этой фразы есть и еще один неоткрытый всем смысл. Часы – атрибут богатых людей. Все состоятельные люди носят этот аксессуар. Он притягивает деньги. Время приносит деньги в реальном смысле. Сейчас многие отказываются от наручных часов, узнавая время по мобильному телефону. Не стоит этого делать. Вы вредите сами себе. В идеале ваши часы должны стоить не меньше 2 зарплат. Но этим правилом можно пренебречь в пользу самых обычных кварцевых или механических часов. Носите часы и станете богаче. Аксессуар – очки. Абсолютно не имеет никакого значения, какие очки вы будете носить. Очки от солнца, или же очки для работы на компьютере, или же какие-то другие очки. Вы можете носить даже оправу с обычными стеклами. То есть просто модный аксессуар. Дело в том, что очки напоминают знак «бесконечность». Бесконечность. Деньги очень любят этот знак. Поэтому, чтобы притягивать деньги, будьте как можно больше в очках. Аксессуар, портмоне или кошелек. Деньги любят порядок, поэтому они очень любят находиться в кошельке или портмоне. Да еще, если эти купюры сложены по номиналу, это вообще идеально. К сожалению, сейчас многие отказываются от этого аксессуара, как и от часов, о чем сказано выше. Банковский пластик и бесконтактные платежи убили культуру ношения кошельков. Даже если вы предпочитаете платить картами, носите с собой портмоне или кошелек, только обязательно не пустой. Положите в него хоть одну купюру. Идеально, если это будет купюра 1 доллар. 1 доллар – масонский знак. На этой банкноте пирамида с глазом притягивает дополнительное богатство. Аксессуар – зажигалка или спички. Огонь – вообще давний символ. Он символизирует теплый очаг и возможность не умереть от холода. Естественно, сейчас никто не умрет, не имея возможности добыть огонь. Но тем не менее, пламя по-прежнему дает преимущество перед силами природы. То есть огонь символизирует силу, а деньги любят сильных. Даже если вы не курите, обязательно носите с собой зажигалку или спички. Зажигалка может быть любой, по стоимости, газовой или бензиновой. Это не имеет значения. Главная возможность того, что вы можете получить огонь в любой момент по своему желанию. Аксессуар – ключи. Естественно, хоть от чего-нибудь в сумке или в кармане есть у каждого. Но для того, чтобы притянуть деньги, вам понадобится ключ, который ничего не открывает. Заготовка, а лучше несколько таких ключей. Идеально, если они будут цвета золота. Прикрепите их на свою связку с остальными или положите в карман или сумку. Главное, в тот момент, когда вы будете выходить из дома, подумайте, что когда-то
Вы этими ключами однажды откроете дверь в свое богатство. Носите с собой 5 этих недорогих аксессуаров, и деньги будут тянуться к вам сами. Обязательно делитесь мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ведь благодаря вашей активности эту информацию может узнать много людей. Вам не сложно, мне будет приятно. С вами была Елена Макаренко. До встречи на канале.